Наши люди любят прибедняться. Хорошо помню, встречаю соседку свою, говорю, ты куда? Да, вот я иду в дальний магазин за капустой, ни на что не хватает денег, вот так далее. Через месяц узнаю, что они купили новую квартиру. Это вот классический стиль тоже нашего российского бизнеса. Хорошо известно, что падение российского рубля создало прекрасные возможности для нашего бизнеса, чтобы и захватить российский рынок, и выходить на внешние рынки. У нашего бизнеса есть очень серьезный рост в области сельского хозяйства и сельхозпереработки. А у нас есть проблемы в том, чтобы получить кредиты. Но это ответственность, ну из-за санкций нельзя получить кредиты западные, но это ответственность российского правительства. А российское правительство обязано сделать так, чтобы деньги бюджетные могли пойти на те бизнес-проекты, которые раскручивают экономику, чтобы при этом они пришли по нормальному проекту, но при этом не убежали на валютную биржу через банки. Как вот это сегодня есть угроза. Вот отработать такую модель – это работа министра экономического развития и министра финансов. Если министр финансов не сможет с этим справляться, пускай уступит место другому, тот, кто это сделает.